Сегодня в поселке Агролес на территории индустриального парка «Южный» состоялась закладка первого камня нового производственного комплекса по переработке масличных культур. В закладке первого камня нового завода в Искитимском районе принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Это будет производственный комплекс по переработке рапса и льна. Здесь расположится пункт приема сырья, элеватор, производственные линии, склад готовой продукции, административные и хозяйственные здания. Напомню, это первый проект новой зоны, Южный ПЛП, и уверены, что не последний, потому что действительно площадка удобная, обеспечена инфраструктурой, как транспортной, так и энергетической, ну и, конечно же, близость населенных пунктов, таких как Бердск, Искитим. Репортаж закладки камня нового производственного комплекса смотрите в вечернем выпуске программы «Новости Бердска» в понедельник.